Обманчиво теплая майская погода так и манит жителей города на природу. Однако даже во время отдыха нельзя забывать элементарные требования безопасности. Например, правила поведения на воде. Любая небрежность в управлении лодкой или гидроциклом может привести к печальным последствиям. Поэтому сотрудники МЧС проводят профилактические рейды не только на берегу, но и на воде. Основная цель этих мероприятий – это предупреждение происшествий на водных объектах. Проверялись маломерные суда, большое внимание уделялось новым правилам по эксплуатации судов, в связи с которыми все дети до 12 лет должны находиться в жилетах. Также проверялись зоны отдыха у воды, проводились профилактические мероприятия с людьми. Инспекторы не только беседуют с гражданами, но и раздают памятки и листовки с правилами безопасности. Нарушители ждут крупные штрафы. Кроме того, нельзя забывать, что постановлением губернатора Волгоградской области с 1 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон. Все службы МЧС находятся в состоянии повышенной готовности. Однако и граждане должны соблюдать определенные правила. Среди них полный запрет на разведение костров в лесной зоне. Добрый день, уважаемый отдыхающий, государственный пожарный надзор. Пожалуйста, затушите костер, разведен с нарушениями требований пожарной безопасности. Одновременно с рейдами во всех муниципалитетах региона проходит заседание комиссии по вопросам пожарной безопасности с участием глав сельских поселений. Так, в Городищенском районе вопрос борьбы с огнем стоит достаточно остро. Здесь часто фиксируются случаи возгорания зарослей камыша. Район занимает достаточно большую территорию, большой разброс, много населенных пунктов. К сожалению, не все населенные пункты у нас на сегодняшний день имеют 100% полную готовность для того, чтобы проводить все противопожарные мероприятия. Но эта работа у нас организована на системном уровне. Во взаимодействии с органами МЧС на территории Городищенского района налажена постоянная работа по проведению рейдовых мероприятий. На всей территории Волгоградской области активно ведут профилактические работы по обеспечению безопасности. И такие рейды спасли уже не одну жизнь. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области.